Шляхи пізнання, довгі та нелегкі, потребують наполегливої праці, терпіння, самовідданості. Але ж вони захопливі і вдячні. Отже, шляхи пізнання. Очаровательный уголок на берегу моря, университетская гидробиостанция. Более века она обогащает биологическую науку важными исследованиями жизни разнообразных водных обитателей. Гидробиостанция – это лаборатория, исследовательская и учебная. Обрабатываю пробы. Это в рамках работы моей диссертационной. Я изучаю псамофильные микроводоросли, то есть водоросли, которые живут на песчинках или в межпесчинковых пространствах. И, конечно, цель, для чего это их изучать, вот эти самые водоросли, микроводоросли тем более? Ну, в данный момент это касается оценки влияния берегоукрепительных работ на вот нашей вот такая акватория. Актуальная тема. Да. Актуальная тема. Ну, в общем-то, да. То есть мы хотим сравнить то, что было до засыпки пляжей наших, и то, что сейчас у нас происходит.
Есть какие-то выводы или пока еще нет? Пока еще нет, пока еще рано об этом говорить, но скоро будем надеяться. Олег Алексеевич, вы недавно защитили диссертацию. И хотелось бы знать, на какую тему и как это связано с вашей работой на гидробиостанции. Ну, тема у меня связана с изучением водорослей водоемов северо-западной части Черного моря, но сама диссертация посвящена водорослям Тильгульского лимана. Это очень интересный лиман, который находится на границе Одесско-Николаевской области, и, скажем так, он наименее изучен из всех лиманов, одесских лиманов, которые здесь у нас есть. Ну и актуальность темы еще в том, что на Тильгульском лимане создан региональный ландшафтный парк, и поэтому любые исследования, которые проводятся в заповедной такой территории, они важны для того, чтобы, ну, зафиксировать, во-первых, в этот момент, какая ситуация с водорослями, с живыми другими объектами, там, животными, птицами. Вся эта информация, она очень важна для того, чтобы заповедник, в данном случае региональный ландшафтный парк, собрал ту информацию по живым объектам, по водорослям, по животным, там, по рыбам, по птицам. И это как бы создает, ну, изначально базу данных по видовому составу, которая будет многие годы, десятилетия, столетия потом использоваться для сравнения и так далее. То есть имеет еще и практическую ценность такую. А почему водоросли столь интересный объект для гидробиологии? Водоросли важны потому, что это как бы основа всего, это начало пищевой цепочки. Они синтезируют органические вещества из минеральных питательных веществ, из солнечного света и воды. И дальше эти органические вещества передаются по пищевой цепочке маленьким ракообразным, крупным ракообразным, рыбкам и так далее, и так далее, и так далее. И, то есть, и кроме того, они вырабатывают кислород, который мы дышим. Ведь мы дышим в основном кислородом, который не выработался растениями в лесах, а выработался теми одноклеточными водорослями, которые живут в морях и океанах. А вот которые такие гиганты питаются, киты, они не водорослями питаются, они питаются планктоном, да? Они, ну, водоросли – это планктон тоже, часть из водорослей. Да? Но они питаются крилем, маленькими рычками. Планктон бывает водорослями. Водоросли, планктоны и животные планктоны. Это, планктон – это те, кто парит в толще воды. И водоросли могут парить в толще воды и животные. То есть цепочка начинается с водорослей все равно. С микроорганизмов и заканчивается гигантами. Заканчивается, значит, киты питаются рычками, которые едят эти одноклеточные водоросли. То есть фактически кит – это третье звено пищевой цепочки. Водоросли, рачки, кит. Это очень короткая пищевая цепочка. В природе бывают очень длинные пищевые цепочки, до 10 ячеек, скажем так. Как интересно. А вот с точки зрения вот охраны чистоты водоемов, это, наверное, тоже очень важно, да? Ну, конечно, они являются индикаторами. Это в первую очередь, что мы, как гидробиологи, экологи, изучаем. По видовому составу водорослей очень легко определить экологическое состояние водоема. То есть не нужно делать сложные химические анализы, дорогостоящие, там, лаборатории и так далее. Грамотный специалист может посмотреть на видовой состав водорослей и сказать, какое состояние экологического водоема. Это намного, скажем так, дешевле. Ну, поэтому актуально для нас. Но в смысле точности, вот точность, такого диагноза. Точность намного выше, чем химический анализ. И быстрее зачастую. То есть есть водоросли-индикаторы, по которым вот можно даже макрофиты крупные прийти и сказать, в каком состоянии находится водоем по присутствию этих водорослей, даже не обращаясь к мелким видам. То есть актуальность этой темы неисчерпаема? Она очень широкая, да, ее можно развивать и развивать. То есть любая работа – это как бы какой-то участок исследований, который досконально делается. И потом ответвления могут быть большие. А почему такая география была выбрана? Именно вот водоемы, они пресные или не соленые?